Мы находимся в шаге от фестиваля республиканской студенческой весны. Здесь столько журналистов, что кажется, их в два раза больше, чем участников. Вот на этом самом месте уже 5 человек писало стендап. Мы не нарушаем традиции. Ну и давайте посмотрим, что нам приготовила эта студенческая весна. Мы снимаем веселые репортажи. Смотрите нас в группе ВКонтакте «Молодежка». Вырежи это, пожалуйста. А сейчас приедут VIP-гости, мы ждем их и будем приветствовать в этом коридоре из волонтеров. Кто это VIP-гости? Кто это такие знаменитые люди? Я знаю то, что будет Варнава, будет Митя, ну и остальные звезды российской эстрады. Звезды российской эстрады. Прямо здесь, на фестивале студенческой весны. Я могу пойти за звезду? Да, можем вам похлопать. Это, кажется, ведущий. Извините, а вы ведущий, да? Второе отделение. Расскажите, что нас ждет? Ну, как всегда, вас ждет праздник студенчества, студенческого творчества. Ну и, конечно же, самая главная интрига, кто же в этом году, какой вуз, какой университет станет лучшим и самым творческим вузом Республики Татарстан. А вы были в том году ведущим? Я уже даже не помню. Да, был в прошлом году. Ну, это, наверное, прошлогодние слова. Все ради улыбки. Все действительно ради улыбки. Закончилась первая часть гала-концерта. Сейчас начнется вторая, сейчас антракт. Все вышли поесть, попить, подышать свежим воздухом. И что мы можем заметить прямо среди смертных людей? В очереди сам Тимур Исмаев, ведущий гала-концерта. Мы были с тобой неплохой парой. А, чё? Привет, Тимур. Привет. Да, расскажи нам, пожалуйста, какие ощущения от публики? Публика офигенная, КФУ, молодцы, КФУ, много места. Нет, серьезно, лучше меня не снимайте, потому что я там буду в том концерте участвовать. Лучше кого-нибудь левого возьмите. Научи меня, как ходить, вот правильно, вот туда ходить. Так, главное, нужно спину прямо, я покажу вот так, да. Супер. И чеканье, шаг нужно идти. Да, очень отлично. А взгляд там что? Взгляд должен быть немного голову повыше и смотреть на всех свысока. То есть можно небольшую хмылку. Тогда нас никто смотреть не будет. Нет, на нас все будут смотреть, в этом вся суть. То есть чуть свыше, все, супер. Спасибо. Это студенческая весна 2016. Смотрите нас все. Нормально? Все супер. Спасибо. А закончить наш сюжет мы решили вашими фотографиями и селфи, из которых видно, что гран-при завоевал Казанский федеральный университет.